феномен легендарного У-2. Как небесный тихоход стал точным бомбардировщиком и первым в истории самолетом-невидимкой. За 3 года летчицы сбросили более 3000 тонн бомб. И все это силами 45 тихоходных самолетов из фанеры и ткани. Почему устаревшую технику было решено доверить именно женщинам? Простота У-2 была настолько гениальна, что могла спасти жизнь зеленым, только начинающим пилотам. С помощью подробной технической экспертизы мы выясним, благодаря чему обыкновенный кукурузник стал сокрушительной силой в воздушных сражениях. Сейчас как раз петля выполняется. Давайте попробуем разобраться. Улика из прошлого. Во вторник в 19:40 на телеканале «Звезда».